Терминально-логистический центр «Белый Раст» – крупный комплекс на территории Дмитровского округа, где трудовую деятельность осуществляют иностранные граждане. Сотрудниками МВД России по Дмитровскому городскому округу, совместно с сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области, а также сотрудниками Росгвардии, было осуществлено оперативно-профилактическое мероприятие на территории Дмитровского городского округа, а именно был проверен «Белый Раст логистика». Сотрудники отдела по вопросам миграции проверили иностранных граждан на наличие у них разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности. Иностранные граждане, которые осуществляют трудовую деятельность на территории Дмитровского городского округа, в частности, на различных объектах, им необходимо иметь разрешительные документы. Соответственно, это либо патент, либо разрешение на работу. В случае, если такие документы отсутствуют, юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности за каждого иностранного гражданина. Сам гражданин, соответственно, если он не имеет документов, в отношении него будет составлен административный протокол и также приняты меры судом, то есть это закрытие въезда с наложением штрафа в размере 5000 рублей. В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения, по которым будет вестись дальнейшая работа. Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся не только с целью выявления нарушений, но и с профилактической целью. На месте мы разъясняем эти требования миграционного законодательства. Чтобы донести достоверную информацию непосредственно и для иностранных работников, которые присутствуют на этом мероприятии, и для юридического лица, что грозит ему за нарушения, допущенные их иностранными работниками.